Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Около 3 веков назад здесь были лишь болота да нехоженые леса. Гений народа создал Петербург, Петроград, Ленинград, один из самых прекрасных городов мира. Город уникальных памятников, шедевров русского и мирового искусства, в то же время один из крупнейших индустриальных и научных центров Советского Союза. Здесь варят сталь, строят корабли, станки и турбины, тракторы и сложнейшие приборы. Многие дерзкие идеи, многие выдающиеся достижения рождены в Ленинграде. В ленинградских объединениях созданы самые мощные в Европе турбогенераторы. Турбины, работающие на гигантских сибирских гидроэлектростанциях. Оборудование для атомной энергетики, который отличается особым техническим совершенством и безопасностью. Ленинградская марка стоит и на крупнейшем в мире телескопе. Нас 4,5 миллиона, ленинградцев всех возрастов и самых разных профессий. Есть, однако, одна особенность, отличающая Ленинград от других городов-гигантов. Основное его население – это рабочие. Анатолий Рощин, слесарь-сборщик станкостроительного объединения имени Свердлова. Он из рабочей династии Рощиных. От отца Александра Ильича, заслуженного рабочего, героя социалистического труда, воспринял он любовь к профессии металлиста, глазомер и твердость руки. Анатолий собирает сверхточные станки с программным управлением, завоевавшие мировое признание. Он работал в США, монтировал и настраивал станки своего предприятия на заводах Детройта и Нью-Йорка. Высокий профессиональный уровень, мастерство, творческое отношение к своему делу – отличительная черта ленинградцев. От работы многих ленинградских предприятий и организаций в значительной мере зависит развитие отечественной экономики. Ленинград юн и по возрасту, и потому, что в нем 300 тысяч студентов, десятки тысяч воспитанников профессионально-технических училищ. А
А молодость – это динамизм, соревнование. И ленинградцы любят спорт, известны своими рекордами. И сильнейшие спортсмены мира – всегда желанные гости города на Неве. Ленинград прекрасен всегда. Сколько неповторимых и не схожих образов города создали поэты, композиторы, художники, жившие здесь. Композитор Андрей Петров. Мы любим его песни. Во многих кинофильмах и спектаклях звучит его музыка. Его балет «Сотворение мира», опера «Петр I» идут аншлагом во многих театрах страны. Сейчас ленинградский композитор работает над большим произведением, посвященным великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Пушкин. Он неразрывно связан с нашим городом. Без его поэзии и город был бы иным. Иными были бы и мы сами. Нет поэта, который был бы так близок нам, как Пушкин. Его судьба до сих пор, как эхо, звучит в нас. Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто поневоле, и скроется за край окружных гор. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво, но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Здесь, в Царскосельском лицее, прошли юношеские годы поэта. Здесь он жил, учился. Здесь рождались его первые стихи. Новая работа Андрея Петрова – это своего рода синтетический спектакль, в котором звучат стихи Пушкина, соединяются балет и опера. Очередная репетиция. Оркестром знаменитой «Мариинки» театра оперы и балета имени Кирова
дирижирует Юрий Тимерканов. Нева. Около 300 лет назад здесь, на Невских берегах, рождался русский флот. Нева и сегодня – главная голубая дорога, по которой уходят с ленинградских верфей корабли. Этот корабль назван Алексей Чуев в честь ленинградского токаря-корабела, которого уже нет с нами. Он был рабочим, выполнял задания особой сложности, точил гребные валы атомных ледоколов, равных которым нет в мире. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, высшего органа государственной власти страны. У него сотни учеников. Рабочего приветствовал глава партии государства Леонид Ильич Брежнев. Его выдающиеся трудовые успехи отмечены высшими правительственными наградами. Ленинград был и остается одним из ведущих центров отечественного судостроения. Ленин, Арктика, Сибирь – название атомных ледоколов, который конструировал коллектив, возглавляемый лауреатом государственной премии Виктором Демьянченко. 17-летним юношей он приехал в Ленинград из далекой от морей Белоруссии. С отличием окончил кораблестроительный институт. Конструировал суда для плавания во льдах. Сам ходил полярными морями. Столетиями полюс был недоступен для кораблей. Атомоходу «Арктика» потребовалось всего 72 часа, чтобы сломать вековые льды и достигнуть цели. Во-первых, для нас, для конструкторского бюро, это явилось, ну, если так можно выразиться, проверкой нашей технической зрелости. Можем ли мы решать сложные, современные, я бы сказал, даже задачи, не имеющие таких серьезных прототипов в прошлом. И ледоколы «Арктика» и «Сибирь», они, в общем-то, действительно, ну, явились каким-то, ну, кульминационным моментом в нашей жизни. Ведь, в общем, проектирование как идет? Так нельзя сказать, что каждый день рождаются шедевры, там какие-то уникальные вещи. Идет монотонный, напряженный, тяжелый труд, и где-то он либо, вот, так сказать, получился, либо что-то не получилось. Так вот это получилось. Атомные ледоколы в полном смысле слова новаторские корабли. Они воплощение мысли и труда, творческого содружества конструкторов и рабочих, коллективов многих предприятий Ленинграда и страны. Наш город создавали зодчие и художники многих поколений, разных стилей и школ. Но воспринимается он как одно гармоничное целое. Сохранить эту традицию, развить богатейшее творческое наследие
стремятся и молодые художники. Нелли Петрова, художница Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Этому предприятию более 200 лет. Его музей – уникальное собрание произведений отечественного фарфора. Любимые мотивы – пейзажи ленинградских пригородов, неповторимая прелесть северной природы. Сегодня завод выпускает самую разнообразную продукцию. От обычных сервизов и столовых наборов до удивительных произведений современного искусства. Добрый день, меня зовут Наташа. Сегодня я ваш гид. А этот молодой человек Игорь Тарасов. Он шофер. Кстати сказать, несмотря на свою молодость, Игорь – депутат Ленинградского городского совета. Все флаги в гости будут к нам. Каждый год более 600 тысяч туристов из разных стран мира приезжают в Ленинград, чтобы полюбоваться неповторимостью его архитектурных ансамблей, посмотреть знаменитый ленинградский балет, соприкоснуться с полнокровной жизнью города на Неве. Ленинград непрерывно растет. Только за последние десятилетия здесь построено столько жилых зданий, сколько было воздвигнуто за предыдущие 200 лет. Все полнее обеспечивается гарантированная Конституцией СССР право каждого гражданина страны на жилище. Прибавляется забот и у Игоря Тарасова, полномочного представителя народа в городском совете. Вместе с другими депутатами он участвует в решении многочисленных проблем большого города. Это и застройка новых районов, и вопросы улучшения работы транспорта, и охрана окружающей среды. Ленинград – город будущего, а будущее начинается сегодня, и оно немыслимо без мира на земле. А потому протянули друг другу руку дружбы
города разных стран и континентов. Итальянская муниципальная делегация во главе с мэром Милана Карло Таниоли встретилась в очередной раз с руководителями города на Неве, представителями общественности. У Ленинграда 22 города-побратима. В их числе Дрезден, Гданьск, Сантьяго-де-Куба, Хошимин, Турку, Гавр, Милан. Каждый, кто приезжает в Ленинград, обязательно приходит сюда. Смольный. Здесь был штаб Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь Ленин провозгласил советскую власть. Аврора. Корабль победоносной революции. Ее выстрел возвестил начало новой эры в истории человечества. Для нас нет задачи более актуальной, чем борьба за мир. Обширные и многообразные международные связи Ленинграда. В городе 620 коллективных членов обществ дружбы. Регулярно проводится обмен студентами и научными работниками. Организуются выставки, встречи на предприятиях и в Ленинградском отделении Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, выступления спортивных и художественных коллективов. Сегодня в Доме дружбы и мира ленинградцы принимают гостей из Швейцарии. Особенно крепки наши связи с народами братских стран социалистического содружества. Тепло и сердечно встречают ленинградцы вьетнамских товарищей. В дни суровых испытаний закалилась наша дружба. Социалистический интернационализм – это наша великая сила. Это плод наших убеждений и горение наших сердец. В Ленинграде много традиций. Одна из них приводит тысячи людей на Невский проспект 9 мая в День Победы. Смертен подвиг Ленинграда в Великой Отечественной войне. Его солдаты и горожане выдержали беспримерную в истории 900-дневную блокаду. Почти 650 тысяч человек лежат под гранитными плитами Пискаревского кладбища. Непрерывные налеты вражеской авиации и артиллерийские обстрелы. 250 граммов хлеба в день рабочим, 125 служащим, иждивенцам, детям. Просто выжить было подвигом, а Ленинград выстоял.
стоял, не дрогнув, являя миру образец невиданной стойкости, выдержки, железной дисциплины и силы духа, отмечал генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, вручая городу-герою Ленинграду медаль «Золотая звезда». Ленинград дорог нам своим героическим прошлым, своими революционными и трудовыми традициями, своим замечательным настоящим.